Друзья, всем привет! Приехали на авторынок «Зеленый угол». Сегодня будут цены. Цены на автомобили открывать не будем. Просто подходим, показываем, что за автомобиль, сколько стоит. И немножечко такое небольшое отступление. Много пишут смс-ок, по WhatsApp приходит, много звонков на авторынке «Зеленый угол». Один хлам, одно битье, одни топляки. Друзья, это не так. Поверьте, здесь есть достойные автомобили. Я даже скажу больше. Здесь намного больше хороших, достойных автомобилей, чем всякого битья и топляков. Да, безусловно, есть и топленые автомобили, есть и битые автомобили. Но есть один небольшой нюанс. Все зависит от того, опять же, все упирается в деньги. Да? С какой суммы человек пришел на авторынок за автомобилем? Хороший автомобиль дешево стоить не будет. Просто небольшой пример. Допустим, приходит человек. Ну, вот в данный момент у нас идет поиск автомобиля. Можно сказать, мы его закончили. Toyota Corolla Fielder. Изначально сумма у подписчика была 850 тысяч, ее подняли до 880 тысяч. Мы взяли поиск, то есть мы уверены, что мы найдем хороший автомобиль, не битый, там, не топливный, не ржавый, с нормальным адекватным пробегом. Мы этот автомобиль нашли, постараемся его вам показать. Там пробег на нем вообще минимальный, это гибрид, пробег 57 тысяч, кузов целый, не битый, не крашеный. Вот, это первый вариант. И второй вариант. Приходит человек, а у него 700 тысяч на машину. Ну, пускай даже 750. Ну, хотя за 750, в принципе, тяжело. Но можно будет взять филдера целого по кузову, но, блин, с огромным пробегом. Ну, вот, допустим, у него 700 тысяч. И филдер он еще хочет... Это вот просто пример привожу, да? Вот. И филдер он хочет там рестайлинг с 2015 года. Да, он найдет себе автомобиль, может быть, найдет себе автомобиль. Их таких на рынке будет там, я не знаю, 1, 2, 3, пальцем пересчитать. Купит себе его без проверки. Ну и потом просто ужаснется. То есть он будет битый, он будет крашеный, он будет просто с нереально огромным пробегом. Ну вот от этого берутся такие отзывы об авторынке. То есть, если вы хотите себе купить нормальный автомобиль, хорошее, дешевым, оно не бывает. Это вот просто маленький пример, ну, привели вам на филдере. Ладно, идем смотрим цены. А, кстати, не забывайте подписаться на канал. Всем спасибо. Toyota Corolla Axio, 16 год, передний привод, оценка 4,5 балла, пробег 39 тысяч. Но это модель 1.3. То есть, полуторалитровые модели, конечно же, будут стоить намного дороже. Но, в принципе, 1.3 тоже едет. То есть он без литья, летняя резина на дисках, 730 тысяч. Вот стоит много автомобилей с ценами. Итак, это Toyota Aqua, 16 год, неплохая комплектация, 735. Такой ярко, красивый, насыщенный синий цвет, полноценный гибрид. Рядом стоит Axio 4WD. Белый цвет, 4 балла, 765 тысяч рублей. Туманки, светлый салон, без литья, летняя резина. Следующий автомобиль это Honda Fit. Есть 1.3, есть полторашки, есть гибрид, есть 4WD. 2016 год, GL комплектация. Эти фары линзованные, 715 тысяч рублей. Toyota Prius Alpha G комплектация 2014 год, написано 4 балла, 950 тысяч рублей. Фары линзованные, вот это вот установлено литье. То есть сначала идет литье, сверху закрывается колпаком. Дальше идет еще один гибрид, но это уже идет минивэн, 7-местный минивэн Toyota Sienta. Неплохая комплектация, светлый салон, 16 год. G-комплектация 935 тысяч рублей. Далее идет Toyota Vitz, это уже свежий Vitz, 2018 год, они появились гибриды, 4,5 балла, 599 тысяч рублей. Но я так понимаю, это литровый. Mazda Demio, летняя резина, синий цвет, бесключевой доступ. 2016 год, 755 тысяч рублей. Honda Fit Shuttle, гибридная версия, 15 год, 4WD, 885 тысяч рублей.
Напоминаю, сегодня машину открывать не будем, просто внешний вид, цена, как многие говорят, нужно быстро, четко, четко и кратко. Рядом стоит Toyota Corolla Fielder 2016 год, гибрид, стоимость 855 тысяч рублей. Уже зимняя резина. Заметили, да, все, большая масса автомобилей все-таки на лете еще. Рядом стоит еще один Fielder, комплектация получше, ну и цена, конечно, повыше. 17 год, 900 тысяч рублей. Prius. На Prius цены нет. Daihatsu Mira ES, K-Car. Кстати, вот найти K-Car 4WD, поверьте, довольно сложно. Интересно, сколько стоит? 385 тысяч рублей. Ну, в принципе, автомобиль стоит недорого. А дальше стоит Nissan March, мячик его называют. 16 год, 495 тысяч рублей, 1.3, но здесь 1.2 стоит. Статистика перламутровый, отличное состояние. Мячиков мало, очень мало на рынке. А, так, что тут еще есть интересного? Еще один шаттл 895 тысяч рублей. Полноценный гибрид 4WD. Pajero Mini 405 тысяч рублей. Мини-джипик. Три двери. Пробокс Оксид. Все одно и то же. На литье. Зимняя резина. Вон, интересно, автомобиль стоит. Пробокс стоит. Ага, цена здесь не указана. 17 год, 1,5 литра. Сузуки Балена. Интересное такое название, интересный цвет. Да и вообще, в принципе, автомобиль интересный. Это такие штучные экземпляры, их очень мало. Он на дисках, на зимней резине. Надо как-нибудь, наверное, открыть его, посмотреть. Вот цена, к сожалению, не указана на данный автомобиль. Daihatsu Move, K-Car. 17 год, 450 тысяч рублей. Стоит этот автомобиль. За ним стоит Honda Freed 2013 год, 7 мест, 718 тысяч рублей. Subaru XV, вот сейчас ходим ищем, кстати, XV, цена здесь не указана, но это свежая XV. Да, цены здесь нет, к сожалению. Nissan X-Trail в хорошей комплектации, 2015 год, еще и гибрид, 1 540 тысяч рублей. Штатное литье, летняя резина, рейлинги. Honda Vezel, гибрид. $1 515 000 тысяч рублей. Да, да, цена, конечно, возросла, намного возросла. Вот смотрите, еще такая новинка, Suzuki SX, но это SX Cross. 2015 год, $1 250 000 стоит данный автомобиль. Штатные литые диски, летняя резина. Рейлинги, повторители, бескучевой доступ. Кто он еще открыт? Мы его давайте откроем немного, посмотрим. Кнопка старт, круиз, мультируль. Он заведен. Пробег 78 тысяч. Два ключа. Вот это вот интересный автомобильчик. Чем-то, наверное, схожий с XV. Так, ладно, Nissan DS Rux, 15 год, 440 тысяч рублей. Рядом стоит Mazda CX-3, многие спрашивают. Кстати, вот как-то снимали ее, она была заметена вся снегом, сейчас ее отмыли, чистили от снега. Штатные литые диски, летняя резина, тоже бесключевой доступ, полный руль, там круиз, мультируль, датчики при столкновении, 2016 год, проекция на лобовое стекло, дизель, 1 140 000 стоит данный автомобиль.
Дальше смотрим. Toyota Prius, 30-й кузов, 14-й год. Аукцион 3,5 балла, 880 тысяч рублей. Honda Везель, два Везеля стоит. Вот это очень хорошая комплектация, белый перламутровый цвет, штатное литье, летняя резина, гибрид, 15-й год, 1 297 000. Чуть дешево стоит. Следующий 15-й год, гибрид, цена, к сожалению, не указана. Toyota Vitz, 17-й год, 1,3, стоимость 730 тысяч рублей. Друзья, Nissan La Fiesta, редкость на авторынке, зеленый угол, 14-й год, 2 литра, автомат, 775 тысяч рублей. Это полноценный минивэн, 3 ряда сидений. Обратили внимание, вот ходим по стоянкам, а стоянки все забиты. То есть пустых мест практически нет. Вот видите даже, как автомобили стоят. Demio 4WD. 715 тысяч. Corolla Axio. 4WD, 48 тысяч пробег, 769 тысяч. Вот нашли Приуса свежего. 17-й год, а я снимаю. 17-й год, 1 170 000 рублей стоит данный автомобиль. Вот здесь я смотрю на стояночке, так подраскупились автомобили. Что-то еще стоит. Еще стоит Филдер. Это не гибрид, 4WD, 1,5 литра, цена не указана. Кейкар от Nissan, ну, Mitsubishi, там, Nissan Days, это все одно и то же. ЕК вагон, 16-й год, недорого, цена не указана. Автомобили есть. Знаете, вот дром открываем и смотрим, автомобилей много. В данный момент уже второй день ходим, ищем Subaru XV. Там на дроме порядка, наверное, 20 автомобилей. Так вот, из 20 можно выделить всего 4-5 автомобилей, которые достойны, которые можно предложить покупателю. Так, ну здесь смотрю, машины есть, цен не указаны. Кстати, вон он, Филдер стоит, который 57 тысяч пробег, 880 тысяч рублей он стоит. Пойдем походим, цены поищем. Nissan AD тоже редкий экземпляр, как и Вингроуд. Еще, ребята, 4WD, пробег 34 тысячи, 660 тысяч рублей он стоит. Такой чисто рабочий автомобиль. Вот нашли стоянку, цена указана на автомобилях. Сиента, 15-й год, 80 тысяч пробег, G-комплектация, 999 тысяч рублей. Он переписано, цена указана 980 тысяч рублей. Toyota Rush, Daihatsu Bigo, то же самое, 865 тысяч рублей. 2010 год, механика, 4WD. Да, есть задний привод, но я считаю, нецелесообразно покупать такой автомобиль на заднем приводе. Этот еще на механике. Рядом стоит Voxy, Voxy, но смотрите, машины по оснащению одинаковые, отличаются по заду, ну, немного по переду. Voxy, но есть гибрид, передний привод 1.8, есть 4WD двухлитровые. Данный автомобиль 2017 года выпуска, 1 620 000 рублей. Гибридная версия, но тоже 2017 года выпуска, ну и цена такая же, 1 620 000 рублей. Вот еще стоит Sirena, тоже гибрид, 1 320 000 рублей. Toyota Tank, 17-й год, 630 тысяч. Еще один шаттл, 16-й год, 1,5 литра, передний привод, это не гибрид, 865 тысяч рублей. Вот это уже стоит гибридная версия, 2016 год, аукцион 3,5 балла, цена
910 тысяч рублей. Смотрите, какой большой выбор шаттлов. Вот это вообще Z-ка стоит, 15-й год. Z-ка это максимальная комплектация. 960 тысяч рублей. Еще одна Toyota Corolla Axio 4,5 балла, 855 тысяч рублей. Раз, два, три, четыре. Четыре шаттла только на одной стоянке у одного продавца. Еще один шаттл, 15-й год, 875 тысяч рублей, гибрид. Еще один гибрид и еще один 15-й год, 825 тысяч рублей. Этот на номерах автомобиль. Филдер. 16-й год, передний привод, 835 тысяч. Фит. 16-й год, 1.3, 735 тысяч. Пробежный. Вот она еще одна Suzuki Baleno, черный такой цвет, 16-й год, 770 тысяч. Toyota Passo, литровый мотор, 595 тысяч рублей. Еще один Fielder гибрид, 865. Prius 20-й кузов, 685 тысяч. Солио гибрид, 16-й год, 760 тысяч рублей. Ну что, прошлись по рынку, посмотрели автомобили, заодно закрыли пару поисков автомобилей, то есть параллельно ходили, искали автомобили. Автомобилей действительно много, то есть огромные привозы, стоянки все забиты, есть выбор автомобилей, в принципе любой автомобиль можно найти. Поэтому, кому нужна помощь, звоните, пишите, обращайтесь, ну и не забывайте подписаться на наш канал. Всем пока!